предпочитать ТЦ или ШХ, ну ШХ против финдов, хотя это ТЦ сейчас будет. Ну или панду можно было, кстати, тоже в тему. Говорить, это панду не берут. Грамотные орки всегда берут панду. Ну и всегда, если он быстрый герой какой-то второй нужен, панда против гулей будет вообще жесткаче будет. Ай, у меня от чайника умирает еще один гуль. Все плохо, я просто прижат, конечно, сейчас орк будет просто делать, что ему захочется, у него лимит больше. У него просто гранты эти, еще второй два героя у меня там вот только лич в проекте. Хотя тайм достаточно быстро я сделал. Ну, по меркам андейдовским. Тем не менее, у меня лично в таверна, а у него, ну, с основной с алтаря, а у него с таверна нага. Ну, нага для фокуса ему. Конечно, когда будет дестройеры, эта нага будет напоминать жалкое подобие дешевой шлюшки. Так, все, пошла битва, меня сразу полетела волна. А, кстати, стрелу не качал, он fucking, ну, а он нагой прокачал это. Ой, Гуля, короче, Гуля похерил, я не знаю, сколько штук уже. Лишь, ну, конечно, я, наверное, уже солью, но все равно сошлюсь на то, что когда выйдет у меня дестройер, будет не так сложно. Все, выходим, выступаем, пора ему дать просраться. Кол нового этого гранта, надо его зафокусить, пару грантов положить, и все будет по другому сценарию идти. Так, Гуля, убегай, Гуль, читай, суки. Гуля убили. Еще один Гуля. Так, грант, вот этот ты сдохнешь, ну, Гуля тоже. Ну, грант, наверное, на Гулю пойдет, разминчик. Сейчас вот этого надо убить тоже. Надо финда отвести, колки кинуть финда. Сейчас Гуля читая отправить тех, что с леса, ну, точнее, на лес, который коцаны. Все, мы поубивали парочку гринтов, потеряли парочку гулей. Размен, мне кажется, в нашу сторону. И тем не менее, время идет на нас, потому что у нас дестройеры. Но там могут быть виверны, бетрайдеры. Орк на развитие может дать просраться андеду тоже. Но смотря как сыграешь. Покупаем еще один посох некромантии. ТП у нас нету, я просрал как полный нуб ТП. И сейчас будем крепить нижнюю точку вот этих ноликов. Огров, точнее, вот этих троллей. Ну, экспаунсовый. Крепим дополнительный дэмэдж, значит, гули по вот этим троллям, у него средний тип брони. Сейчас его убьем. Вот, а следующий будет тролль, будаст там. Такое, тем временем я ставлю две бони, видите, заказан. Теперь даже я с ними, как бы лич, если бы лича не было, быстрее бы вышел в достроера. Но без лича сейчас тяжко будет, второй герой мне нужен, так как я не хочу проигрывать в этом компоненте. Гули еще один сдохнет, нет, живой. Куэлл в гулю, гуля пиздует домой, у меня, в общем, один фиент тупо стоит. Из боевых юнитов и гули коцаные там лес добывают, они сейчас пускай добывают, потому что сейчас лес тоже нужен будет на постройку обсидановых статуй. Что делать, крепить я не знаю, с такой армией хрен знает. Оставим на респаунде, похелимся на проклятой земле, делать сейчас нечего, крепить сейчас что-то серьезное не представляется возможным. Можно было закрепить нижнюю точку зеленую, там может не скопота упасть. Но нет, я сейчас сделаю две обсиданки, буду крепить, скорее всего, ну вот, лагерь наемников. И обсиданками я его закреплю. Сейчас надо идти фаст скрип. Ну, потому что нужен детонат третьего уровня, второго уровня укол. В общем, крепиться надо по-любому, если я в этом уступлю орку, по левелам будет, конечно, не так сладко мне. И очень сладко орку, нельзя. Ну, хотя там нет свиньи, там есть нага, которую мы не очень сильно боимся. Мы боялись бы больше, если была бы свинюшечка, плюшечка. Вот, даже тот же Ишха уже сейчас, вот видите, у меня финды появились, он тоже доставил бы немало геморрайша. Ой, кидается ЛС Лича, похуй. Нам похуй, Лича надо так отвести. У меня котится дестрой. Детнать, я сейчас ничего не стараюсь не отводить, просто быстрее убить этот крип, как можно меньше времени на это просрать. Мне уже прилично покотился Детнать, фигня, у меня колба лечения есть, колба лечения порулит. Надо вот так хоть отвести. Надо было, конечно, Лича поставить, но это время занимает, надо быстрее крипиться. Сейчас просру пойду. Сейчас орк придет на меня, может быть страшное дело вообще. Ой, какой девайс, классный амулет энергии. У меня сейчас запас маны. 450 запас маны, вообще охеренно. Охеренно, братцы. Все, пошел, ну, делался тайр 3, пока крепился, я извиняюсь, пока этот момент, делаю грейд на дестройеров. Сейчас будем крепить этих маленьких трупоедов, мурлоков, хуюрлоков, вот это все. Ой, извините, я не говорил там мата слов. Сейчас получим дейдек на третий уровень. Ой, видите, я хотел отправил на экспаунд скелетика. Там сейчас орк наверняка уже отставил, или вот у него в планах. А по пути его перехватил орк, очень плохо сейчас. Орк, походу, судя по его, так сказать, наглой роже идет на меня. А тут у нас гости, верный. Сносит нам зикурат, суки ебаные. Блин, я их ненавижу. Ёп. Блин, смотрите, подпрос. Давайте подпрос летите, я вам сейчас дам. Ну, сволочи такие, дядя. Я сейчас вам покажу кузькину мать. Давай. У меня еще грейд, кстати, нет на сетке, так что
я просто его понтанусь, я пуганул его. И, смотрите, финдами сразу кстати, улетит. Если здесь новое зацепить, может быть, за колосну видеть одну из этих. Ай, тупая овечка сдала мне, блядь, тормознула сейчас, сука. Я, блядь, все против меня. Вот все против меня. Как всех ненавижу я в эти секунды, когда вот что-то не получается, все плохо, еще лич там застрял. Сейчас, видите, виверны, видите? Видели красную точку на экране? Это значит, виверны, суки, где-то тут бегают, не пытаются что-то харасить. Да, орк уже, наверное, там пятый левел уже крепится во все, 100%. Где-нибудь крепит верхний, вот нижний магазин он крепит, свой экспарт наверняка закрепил. Или сейчас в лагерь наемников он свой крепит, там по-любому больше нигде находиться. Не может, я могу уже дестройеров поднять. Сейчас пойдем. Ракеты. Ну, вот, закрепим эту точку, пока его здесь нет. Сейчас велика вероятность, что сзади подойдет орк и даст мне пиздов. Ну, выбора другого нет, надо крепить. 408 запас маны. Вот единственное, что радует, запас маны у... Так надо. Сейчас, кстати, я купил сверху, лечу и купил ему этот... Ну, цветок исцеления, отдал ему сейчас только что перчатки скорости, поднял на желтых клипах, и, ну, лечу нужна скорость. Вот боя у него очень мощная атака с этой сферой, минус 5, просто лечу отжигает нехило. Действительно, у него какая-то нереальная атака становится вот с этой сферой, вот за счет этого он такой мощный может быть. Эльфы так завидуют этой сфере, минус 5 брони делает, он просто сразу КП уносит. Так, на меня тут кто-то пришел, слушай, чувствуется мне, что это была разведка какая боя. Так, сейчас надо вот таким вот образом собраться всей армией. 4 обсидианки уже есть, неплохо. А у меня лимита не хватает на поднятие дестройеров. Ёлки-палки. Ай, какой я дурак. Лимита не хватает, что делать, я не знаю. Сейчас убьем своих гулей, чтобы поднять дестройеров. Переманиваем ману. Хотя бы одного дестройера, вот этих двух гулей. Мне леса уже хватает. А пока этот фрост убьет мне, видите, на базе бьет фрост бури, пока мне его убьет, будет целая неделя. Это нубство называется, на самом деле. По-другому никак не назовешь, уж меня извините за это такой малокропный вот это вот все. Но главная победа, сейчас мы постараемся, такое количество армии есть, дает нам определенные шансы на победу. Я думаю, сейчас, интересно, у торка лимит, он перешел 50 лимит или нет? Это просто очень интересно. Сейчас мы бури убьем уже вот так вот, тупо вот так вот завалим, даже ману дестройера потратим. Поднимем еще одного дестройера, гоу-гоу. Приманиваем ману и гоу, надо пастить, все надо подряд. Гоу. Если мы сейчас, вот после вот этого битвы мы выживем хорошенько, ну, в смысле, без особых сильных потерь, и орку хоть что-то там посносим, дальше вы будет обеспечен практически. Если у него сейчас станет этот экспаунд, я, конечно, всрал сразу. Ну вот, конечно, орк мне не дают даже посмотреть, есть у него там экспаунд. Это ногу пофокусим. А, гранты. Гранты 200 дэмэйдж от магической атаки, получает 200 урона. Сейчас мы пофокусим нового в них, сразу это мясо постараемся валить. Все поверно, фокус уходит на детонайт. Надо в него кинуть вот этот вот щит. Нага. Давай, нага, дохни. Нага, дохнет, все есть, отлично. Надо сейчас попытаться перефокусить верно. Видеть, как у меня дестройеры дохнет, как суки просто. Ой, как все плохо, все. У меня коцает деткнат, я выпиваю колбочку лечения. Сейчас пытаюсь увидеть вот этого гранта. Верн, в первую очередь надо фокусить. Он фокусить не леча, в него летит койл. Конечно, он сейчас вряд ли вот таким образом не его убьет. А его как винды легли всех просто к ебеням. Убить все коцы, надо добивать быстрее. Я с лимита проиграю. Все нормально, отлично. Все, армия есть, конечно, у меня два героя осталось, но тем не менее армия небольшая, нету наги. Заказывай тем временем, шука, я заказал, извиняюсь, я буду сказать. Рейдер убивается от нового, и этот сейчас надо вот это все. Вот это у меня уже не туда. Этот грант не убегает. Вот так тебе грант, все получается. У меня 3 героя, 4-4 уровень. Один сейчас мы сносим ему экспаунд и все выиграем. Ха-ха, у него экспаунд один стоит! Ёб твою мать, блять, пизды, сейчас ты отпадешь. Я великим госсудью, у меня не стоит экспаунда. Йоу. Come on, everybody, дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан. Двигай жопой. Эльфы-уды, ну и там другие какие-то слова должны были предназначаться в этом смысле, но эльфы и вот эти вот слова практически...